Здравствуйте, вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами американский журналист, писатель и ученый, автор книги о народной дипломатии между жителями Аляски и Дальнего Востока России. Это Дэвид Рамсер. Здравствуйте, Дэвид. Здравствуйте. Дэвид Рамсер – американский журналист и писатель. Имеет степень бакалавра в области политологии и степень магистра журналистики. Переехал на Аляску в 1979 году в качестве репортера региональных газет. С середины 80-х на протяжении 30 лет работал пресс-секретарем, руководителем администрации и советником нескольких губернаторов Аляски. За эти годы совершил более 10 поездок в Советский Союз и Россию, включая символический «Перелет дружбы». Дэвид Рамсер – автор многочисленных публикаций о России в американской прессе. В 2017 году была издана его книга «Растопить ледяной занавес». Как я уже сказала, вы являетесь автором книги, которая рассказывает об отношениях народной дипломатии между жителями Аляски и Дальнего Востока нашей страны. Что было вашим основным внутренним мотивом для того, чтобы создать этот труд литературный? Я написал книгу, поскольку считаю эти события важной частью современной истории. Сначала развитие отношений между Аляской и Дальним Востоком, то есть середины 80-х и по сегодняшний день, в прессе вышло множество различных материалов о попытке растопить ледяной занавес между нашими странами. Но не было единого, большого, всестороннего материала или книги, описывающей то время и все то, что было достигнуто. Я почувствовал необходимость создания такой книги, и это, собственно, и стало первоначальной мотивацией. Но все-таки вы сделали это спустя довольно продолжительный промежуток времени. Считаете ли вы, что эта информация, эти факты должны были пройти некий этап, как сказать, хранения, что ли? То есть нужна была дистанция, чтобы взглянуть на эти процессы со стороны? Я думаю, временная дистанция необходима, чтобы взглянуть на события в перспективе. Сыграла роль и то, что я мог посвятить книге значительную часть своей жизни, ведь на исследование и написание ушло более 2 лет. Я приступил к книге в 2014, а вышла она в 2017 году. Конечно, историческая перспектива важна и в том смысле, что она позволяет увидеть и осознать значимость событий, которые происходили тогда. Вы долгое время являлись сотрудником аппарата губернатора Аляски, соответственно, не раз посещали лично Дальний Восток. Сейчас в рамках турне с вашей книгой вы посетите тоже ряд дальневосточных городов. Будет ли среди них тот, в котором вы окажетесь впервые? Я посещал Дальний Восток России не менее 10 раз. А в этот приезд у меня запланированы 6 городов, и лишь в одном из них я окажусь впервые. Это Петропавловск-Камчатский. Конечно, я наслышан об этом месте, которое во многом напоминает Аляску, и с нетерпением жду приезда туда. Но должен сказать, что с не меньшим энтузиазмом я жду визита в те города, где я уже бывал, и не раз. Это Магадан, Хабаровск, Анадырь, Якутск. Интересно взглянуть, как они изменились. Возвращаясь к Аляске и вашему многолетнему проживанию в этом регионе, ведь изначально вы родились в другом регионе США, но, приехав туда, осели и, что называется, отдали свое сердце этому краю. Почему так случилось? Как вы сами считаете, чем вас покорил этот регион? Я приехал на Аляску в конце 70-х как репортер газеты и надеялся найти там немного приключений, ведь я ехал туда с юга Америки. Я рассчитывал провести там не более 2 лет и затем вернуться обратно, но я немедленно влюбился в этот край. И вот спустя 40 лет я все еще живу на Аляске. Красота этого места буквально овладевает тобой. Кроме того, мне понравился некий общественный контекст, куда я влился как журналист, а потом и политический деятель. Словом, Аляска — это весьма притягательное место, чтобы там остаться. Вы ведь обучались политологии еще в колледже, затем, начав свой путь как журналист, все-таки сместили область своих интересов в сторону политики. Какие договоренности, встречи, какие-то компромиссы, к которым вы имели отношение в годы вашей политической активности, вы считаете наиболее значимыми в своей карьере? Я начинал карьеру как журналист, получил соответствующее образование и был сфокусирован на том, чтобы подавать информацию объективно. Но оказавшись на Аляске, я получил возможность принять участие в политических процессах региона. Самым первым шагом в эту сферу было мое участие в предвыборной кампании в поддержку одного из кандидатов. Он выиграл те выборы и предложил мне место в своей администрации. Для меня в тот момент это было непростое решение.
Во мне была внутренняя борьба, ведь как журналист я привык чувствовать себя независимым, выступающим за объективность, а в политической сфере все несколько иначе. Но время показало, что я принял правильное решение, продолжал применять и совершенствовать свое журналистское мастерство. Делал это в интересах правительства. Навыки журналистики очень помогают в такого рода работе. Ты тренируешься преподносить сложные темы в той форме, которая будет максимально доступна для понимания. Именно этим я пытался заниматься в политике. Возвращаясь к вашей книге, у вас на ее страницах предстает целый ряд очень ярких личностей, чья энергия, чья очень активная деятельность, чей энтузиазм положили начало той самой народной, а потом и, так скажем, государственной дипломатии, которая выстроилась между странами. Какая из этих встреч, случившихся лично, с кем из этих людей, может быть, оказала на вас наибольшее влияние? Эпоха, которую я описываю в книге, была временем серьезного напряжения в отношениях США и России. Интересно то, что именно обычные граждане Аляски и Дальнего Востока пытались подтолкнуть правительства своих стран к принятию новых позитивных изменений в этом регионе. 40 лет у местных жителей обеих стран не было никаких контактов. Многие родственники оказались изолированы друг от друга, однако эту ситуацию удалось изменить. Мужество этих людей меня очень вдохновило. Также вдохновили и поступки других людей, не принадлежавших к местным жителям, но ставших важной частью этой истории. Например, пловчиха Лин Кокс из Калифорнии, которая впервые в истории переплыла Берингов пролив с ледяной водой, чтобы объединить и вдохновить людей. Я хотел показать на этих примерах именно силу народной дипломатии. Как обычные люди могут оказывать реальное влияние на международную политику. Выпуск вашей книги на русском языке приурочен к юбилейному году так называемого перелета дружбы, который состоялся из Аляски в Россию. Понятно, что это изменило многое во взаимоотношениях двух стран, но именно в вашей жизни было ли это новой точкой отсчета для чего-то? В 1988 году самолет Alaska Airlines впервые совершил рейс в поселок Провидение. На борту было 82 человека, включая меня. Да, во время полета мы нервничали, ведь на протяжении многих лет нам внушалось, что Советский Союз — это империя зла, которая мечтает нас устранить. Так что наше беспокойство объяснимо. Но как только мы приземлились, наши страхи рассеялись. Уже в аэропорту мы увидели детей, которые встречали нас американскими флагами. Вообще все были очень гостеприимны. Да, это был поворотный момент в отношениях наших стран, потому что после этого жители Аляски и России могли встречаться так часто, как им необходимо. Тысячи людей стали пересекать Берингов пролив, чтобы попасть друг к другу. А началось все именно с перелета 1988 года. То есть все-таки можно говорить о том, что мировоззрение ваше изменилось ровно в тот момент, когда вы увидели, что Россия — это не то, что вы себе представляли? Мое расположение к России возникло сразу и надолго, как и у всех, кто был тогда в самолете. У меня и прежде был интерес к России, но после этого рейса я посвятил свою карьеру тому, чтобы как можно лучше изучить вашу страну. Я много раз приезжал сюда и даже жил 4 месяца в Нижнем Новгороде, изучая русский язык и культуру. Кроме того, я провел 2 года за написанием своей книги. Поэтому да, тот самый день и правда изменил мою жизнь к лучшему. На страницах вашей книги один из героев — это отец Майкл Шилдс, который живет в Магадане и является настоятелем прихода церковного. Так вот, он говорит о том, что вот эта тесная связь между жителями Аляски и Дальнего Востока, на самом деле, она никогда и не прекращалась. А вы как считаете, вот эмоциональный климат взаимоотношений между людьми на самом деле не зависит от официальных взаимоотношений между государствами? Я считаю, что комментарии Майкла Шилдса очень проницательные. Он вообще весьма интересный персонаж. Родился на Аляске, стал священником, а потом посетил Магадан и решил, что должен там остаться. Он глубоко уверен в том, что Бог направил его на этот путь и намерен до конца своих дней выполнять миссию служения именно там, в Магадане.
Майкл делает очень важный акцент на то, что вне зависимости от того, насколько сложными являются отношения между правительствами на международном уровне, на нашем человеческом уровне, мы должны продолжать общаться. Даже осознавая наши огромные различия, мы всегда можем поговорить о том, что происходит в нашей жизни. Тем самым мы будем способствовать снижению напряжения в отношениях стран. Это и есть достижение народной дипломатии. Мой, наверное, заключительный вопрос. Планируете ли вы продолжать свою литературную деятельность в дальнейшем? И можно ли ожидать, что что-то написанное вами будет снова связано с темой России? Да, Россия определенно у меня в крови. Не думаю, что буду готов отказаться от этой темы. Сейчас я как раз размышляю, как смогу литературно применить свой опыт большого путешествия по Дальнему Востоку. Ведь это тысячи километров пути и множество встреч с людьми из разных социальных сфер. Также одна из целей моего пребывания – понять, каков интерес жителей российского Дальнего Востока к будущим возможным взаимодействиям с Аляской. Есть некоторые трудности с прямым авиасообщением, но если нам удастся достичь позитивных изменений в этом вопросе, это сулит большое будущее отношениям наших стран. Хорошо, желаю вам приятной поездки и успехов вам в дальнейшей вашей творческой деятельности. Спасибо. Спасибо большое.